Здравствуйте, приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня «Ты в его глазах. Мысли о тебе. Что он решил о вас и отношениях?» Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. Итак, настраиваемся на гадание. И давайте посмотрим мужчину и его отношение к вам. Как сейчас он видит вообще отношения с вами? Что с ним вообще происходит? Итак, мужчина и его отношение к вам. Так, ну, король огня. Вообще-то он вышел сам, то есть человек, который хочет действовать, который хочет проявляться. Я вам скажу, что на сегодняшний день его как-то вот не совсем все устраивает. То есть есть какие-то моменты, где-то вы, возможно, очень задеваете его за нужные струны, за нужные ниточки. И я вам скажу, что то вам удастся от этого человека получить то, что вы хотите. Потому что сейчас вот нельзя сказать, что он равнодушен или как-то вот уснул в своих мечтаниях, да, и где-то там не пойми, когда от него будут действия. Здесь человек в активности, здесь человек буквально в страсти, да. И в желании вот действовать, проявляться очень даже активно. Это говорит о том, знаете, здесь такая немножечко как недоволен чем-то, может быть, даже немножечко на вас зол. То есть где-то вы нервишки ему делаете очень правильно. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, он сейчас, его отношение к вам. Боже, девочки, старший аркан солнца. Но здесь, конечно... Сейчас вы на него действуете очень даже так обжигающе. Вообще-то этот человек отмечает, что вы как никто, вот, ну, можете, вот действительно вызываете в нем вот это желание строить будущее. Вот у него прямо планы на вас. Все-таки старший аркан солнца — это лучшая карта в колоде. И на вопрос его отношения к вам, оно очень классное. Но я здесь хочу отметить, что вероятнее всего этот человек воспринимает вас как вот это восходящее солнце. Да, это такое восхищение, но если быть неаккуратным, да, вот солнышко может очень больно обжечь и вообще тебя, превратить тебя в прах. И здесь я вижу, что он как-то недоволен, да, здесь он как-то в огне, это человек, что-то он очень хочет поменять, что-то он хочет изменить, не только видеть, возможно, где-то вас на расстоянии, прямо быть рядом с вами, но давайте посмотрим, сейчас, вот вы знаете, мысли о вас, они прямо вот кружат у него в голове, здесь однозначно человек как-то вот много думает о вас, и я вижу, что на сегодняшний день есть момент, что человек хочет с вами поговорить. Ну вот он как-то не знает, как вы будете реагировать. Очень может быть, что у вас сейчас какая-то, скажем, подвисшая немножечко, может быть, ситуация в отношениях. Вот почему-то вот у него нет какой-то уверенности, что вот он вам нужен. Вот нет у него уверенности, что вот на какой-то разговор, да, вы как-то можете откликнуться. Здесь идет ситуация, что мужчина о вас очень много думает. Я здесь вижу очень такого смелого, интересного мужчину с очень даже лидерскими задатками, такого характерного, темпераментного человека. И возможно очень, что вот он привык брать, знаете, он привык как-то вот добиваться своего, он привык брать того, то, что он хочет. Но это как-то вот история, это немножечко не про вас, да, потому что вот солнышко, его особо не возьмешь, да, это оно как-то должно к тебе снизойти, да, чтобы тебя как-то обогреть. Но вот здесь я вижу такую ситуацию, что он не знает, как к вам пробиться, возможно, как найти правильные слова. Но вот здесь я вижу, что вы можете быть сейчас вот в таком состоянии, что где-то... Вы, возможно, не знаете, что от него ждать, и он не знает, как к вам подступиться. Но вот действовать будет, потому что здесь какая-то немножечко и ревность в этом человеке есть, да, вот это такая бурлящая какая-то энергия. И вот мысли о вас, они все время кружатся у него в голове. Здесь даже очень может проходить, что у вас сейчас, да, для кого-то может пройти, что уже прям отношения, у кого-то, что вы буквально как по лезвию ножа ходите. И ваши отношения могут начаться вот прямо, ну вот скоро. Почему говорю на лезвие ножа? Вот здесь прямо, знаете, как мужчина смотрит на вас, да, как-то вот в желании найти правильные слова, потому что сейчас он чувствует,
некое напряжение, да, вот ему не все равно, он ревнует, у него есть какие-то чувства, у него есть какое-то беспокойство, да, какие-то планы на будущее с вами, и вас он видит такой вот прямо яркой, жаркой, вообще классной, суперовой женщиной, но вот все-таки девяточка мечей. То есть это некий такой момент, что, ну, вот такой самоуверенности, которая очень присуща этому мужчине, где-то вы его, наверное, энергетически вот ровня, да, возможно, даже сильнее этого человека, да, такая вот уверенная женщина в себе. Здесь я вижу, что вы с этим человеком можете достаточно часто сталкиваться, у кого-то могут быть уже отношения, он очень хорошо вас уже прочувствовал, какая вы есть. И я здесь хочу отметить, что вот вы женщина, которая умеет, знаете, потянуть за правильную ниточку. Сейчас ваше поведение как никогда удачное. И вы, я вам скажу, что чем больше этот мужчина будет ухаживать за вами, тем крепче и лучше будут ваши отношения. Ну, давайте посмотрим еще. Он сейчас и его отношение к вам, ну, у него есть чувства. Да, возможно, вы как-то даете, не то что под сомнение берете вот эти чувства, но вы хотите большего, да, все-таки большего. Да, здесь он вышел рыцарем воды. Это когда ситуация уже немножечко, вот как-то логичность отпускает, да, когда человек думает, подходит мне, там не подходит, удобно, неудобно, а вы, я вижу, абсолютно для него неудобная женщина, и вообще чувства к вам, они его как-то вот настигли, и сейчас он, вот, по сути, я вижу, уже и разобрался, что ему делать, сказать честно, считает вас опасной женщиной, да, женщиной, которая может вот вообще всю жизнь поменять, но без нее никак. Ну вот без нее никак вообще. Да, нравитесь, да. И здесь, конечно, да, вот этот такой вот уверенный, мощный, возможно, где-то даже строгий мужчина, он здесь прямо, ну вот, готов открыться, готов свои чувства проявлять и показывать, готов вот как-то идти с вами на компромисс, да, то есть... Здесь чувства очень даже могут этого человека открыть с другой стороны для вас. Но на сегодняшний день я вижу, что этот мужчина, он очень такой лидерский, он очень такой наполнен мужественными энергиями. Его отношение к вам, он хочет с вами будущего. Но сейчас я вижу, у вас может быть какая-то неопределенность в отношениях. То есть что-то у него в голове крутится, на языке крутится, но он чего-то не говорит, да, не досказывает. Но очень хочет подобрать правильные и нужные слова, чтобы вы как-то ему доверились, да, как-то вот, возможно, в него влюбились. То есть этот мужчина хочет чувств. Хочет эмоций. Очень даже у него искренние намерения в вашу сторону. Очень даже. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Вот мужчина меня интересует, да, вот это. Давайте побольше его посмотрим. Что с ним сейчас происходит, да? Давайте. Ну вот такой уверенный, обеспеченный, вот прямо устойчивый человек. Прямо, ну, все у него прямо схвачено, все у него по полочкам, в жизни у него все так, как он хочет. В жизни, по сути, и тянется к лучшему. И я вам хочу сказать, что сейчас он вас и видит лучшим для себя. И здесь я вам скажу, что человек сейчас в достаточно такой уверенной вообще позиции по жизни. Я не могу сказать, что у него прям все там, да, все там у него гладко. Потому что вот с вами какая-то вот развилочка, с вами какая-то вот ситуация пока что неразрешенная. И очень я вам скажу, что вот здесь по королю земли этот человек все-таки вам желает показать себя, желает себя показать с лучшей стороны. Он вот, знаете, прямо в такой комбинации карт выходит очень мужественный, очень, ну прямо король. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Король с характером, да? Вот с характером он, возможно, даже немножечко испыльчив характером. Но я вам скажу, что этот человек в отношениях может очень даже так страстно и красиво открываться. Покажи нам его. Но он готов к новому. Я вам здесь скажу, что несмотря на то, что у вас сейчас... Потому что здесь вот все-таки вот это, знаете, вот показала девяточка мечей, что у вас сейчас, ну, неопределенность прямо в отношениях. То есть что-то вам нужно разрешить. То есть этот человек четко хочет с вами поговорить,
хочет с вами как-то вот какого-то определения. Почему-то ему кажется, что вы немножечко его избегаете. Что вы, возможно, вот ему прямо интересно, что вас интересует, чем вы увлекаетесь, что вы хотите услышать. Вот какие нужные слова ему нужно сказать, что ему нужно сказать. Но мне прямо проходит, что вы как-то вот рядом с ним. И он вас считает очень привлекательной женщиной. Но каким видите вы его, вот для него это какая-то вот загадка. Ну вот он хотел бы, знаете, чтобы вы его видели таким прям самодостаточным, классным, привлекательным. Но каким вы его видите, вот ему как-то вот непонятно. Вот какого-то, знаете, вот этого щенячьего визга от вас, да, его нет. А возможно, он даже и привык, что он женщинам нравится, что все ему так как-то вот легко дается, да, и женщины ему как-то вот уступают. А вы вот сама по себе, да, вот такая вот гордая кошка, которой вот здесь вот как-то нужно эту женщину задеть, да, нужно как-то к ней подход найти. Почему найти? Вот вы знаете, возможно, этот человек и считает вас сложной, но вот нужной для себя, вот необходимой для себя, да, как человек все время стремится к самому лучшему, и такой вообще по характеру максималист, вот он вас видит, вот женщину, далеко не марионетку, далеко, знаете, не такую управляемую куклу, а очень такую характерную, темпераментную, очень интересную, вообще классную для себя женщину. И вот у него прямо такой вот, если я от нее увижу, что я вот ей интересный, я ей любим, я ею желанный, да, вот это по-настоящему. Вот почему-то ему кажется, что вы какая-то вот искренняя прямо, да, вот искренняя. Но я вам скажу честно, этот мужчина хочет вас завоевать. На сегодняшний день, вы знаете, у кого-то действительно могут быть отношения, и уже они подошли к какой-то вот такой грани, когда нужно вот идти на следующий этап. И я вижу, что здесь человек даже готовит какую-то вот речь, да, какие-то слова, и очень даже в ожидании, как вы на эти слова прореагируете. Но я вам здесь скажу, что здесь очень может проходить, что вот отношения как вот-вот, да, должны состояться какие-то действия от этого человека. И вот если у него готовность, да, идти вот в новое, то есть очень я вам скажу, что некой перемены у вас с этим человеком в общении, ее буквально не избежать, она все равно состоится. Конечно, какой она будет зависеть от вас, потому что, знаете, у этого человека такое опасение, что он может нарваться на какой-то ваш отказ, да, потому что вы вот здесь прямо в некой готовности стоите, где-то со своими какими-то, знаете, жизненным опытом, жизненными ранениями и в некой готовности, да, вот как-то принимать самое неожиданное решение. И вот здесь я вижу, что этот мужчина, возможно, очень даже размышляет о том, что вот другим женщинам ему легко понравится, а как-то вот с вами ситуация не так проста. Вот так вот. Но здесь я вижу, что человек готовит с вами какой-то важный разговор, который вот ваше общение, ваши отношения выведут на новый уровень. Но нравитесь, да, нравитесь, есть у него чувства, и чувства очень искренние. И для такого человека, который движим, да, своими эмоциями, для него это очень важно вообще, быть с любимой женщиной, быть в паре. Это человек не одиночка, то есть ему самому плохо. И даже если вы сейчас вот знаете, что он там определенное время, да, уже один этот мужчина, вот он все-таки ищет партнершу, да. Если же у вас с этим человеком вот непосредственно уже сейчас отношения, я вам скажу, что ждите перемены в этих отношениях. Прямо как хочет вам что-то сказать, что-то, возможно, предложить вам. И как-то вот переживает сильно. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, мужчина, покажи, что сейчас в его жизни происходит. Что сейчас происходит у него в жизни вообще? Какой у него характер? Возможно, что-то вами не замечено. Покажи нам характер этого мужчины, в общем, характер. Ну вот он такой решительный, я вижу, что прямо и насчет вас этот человек решение принял. Какой-то у него уже прописанный план насчет вас. Я вам скажу, что очень я вижу человека сильного, уверенного.
И вот желание выйти из какой-то тени. Очень мне проходит, что человек как хочет в своих чувствах признаться, как-то вот дать его толчок к развитию вашим отношениям. И здесь, конечно, такой человек, он как бы и с вами понимает, что вот у него действительно есть шанс, но этот шанс вот он один. Вот здесь нет какое-то неограниченное количество попыток. Здесь вот один шанс с вами. Хорошо, покажи нам еще этого человека. Ой, он переживает прям. Я вам скажу, что вы прямо вот так глубоко в его сердце. И да, ревности здесь предостаточно. Да, где-то, возможно, этот человек и в жизни своей был подвержен каким-то разочарованиям в этой сфере. Но сейчас ему настолько вот хочется поверить в любовь, и вот ему настолько хочется вот с вами отношений, да, вот прямо какое-то вот как предательство было вот у человека, знаете, вот в жизни. Вот было какое-то предательство. Когда вот человек думал, что все как-то вот гладко, да, вот жизненный опыт показывает, что хватало каких-то разочарований в любви. И очень возможно какое-то вот определенное время, вот какие-то были кубки, да, были какие-то отношения, но вот как-то вот нужного не нашел человек. Хорошо, покажи еще. Ну вот он видит вас сейчас желанной женщиной для себя. И этот мужчина, он как-то вот, знаете, готов быть защитником для вас. Вы решаете, да, будет пламя гореть или это останется вот такой несбыточной мечтой. А вы сейчас прямо такая таинственная, такая очень для него притягательная, интересная. Вообще считает вас особенной женщиной. Очень ему хочется с вами отношения, это я вам точно скажу. Очень. Покажи его характер. Ну что ж, я вижу, что этот мужчина особо ничего не боится. И он сейчас сам себе удивляется, почему он как-то робеет, когда он рядом с вами. Да, здесь очень может проходить ситуация, что вы где-то с этим человеком сталкиваетесь. Он может отводить глаза. Он где-то очень хочет вам посмотреть вслед, но как-то вот, когда вы с ним один на один, да, и, возможно, еще какие-то люди вот вокруг вас есть, когда вы в каком-то окружении, он опускает глаза. Почему? В них слишком много читается. Вот ему кажется, что вы вот сейчас, вот вы обо всем догадаетесь. А еще рано. А еще рано, возможно, признаваться в чувствах. А возможно, еще рано как-то, чтобы вы увидели какое-то его расположение. Да, этот человек как-то вот считает, что как-то он еще чего-то не сказал вам, да? То есть что-то еще не сказанное, еще какие-то тайны, они есть. Ну хорошо, давайте вот спросим, что же это за тайна такая, да, которую ты прячешь? Что это за тайна такая, касаемо этой женщины? Какая тайна касается этой женщины? Ну вот он вам что-то собирается предложить. И я вижу, что несмотря ни на какие вот его как бы сейчас уже ничего не может остановить. Все. Это желание выйти из тени, это желание с вами как-то вообще разобраться, есть ли у него шанс, даете ли вы ему вот этот шанс. Но я вижу, конечно, что человек прекрасно сознает, как, что вы за личность, да, что вы за человек, потому что вы выходите прямо такими, ну, очень классными, благородными картами в мыслях этого человека. И в каких-то вообще размышлениях о вас. Хорошо, покажи. Сейчас, вот в твоих мыслях, сейчас в твоих каких-то размышлениях, чего ты хочешь от этой женщины, да? Вот истинное твое намерение какое-то, вот касаемо этой женщины. Какое оно, вот твое истинное намерение? Девочки, это двойка кубков, это желание с вами, знаете, такой взаимной любви. Здесь сейчас, знаете, какая-то вот тревожность прослеживается. Вот когда я задеваю его, да, прослеживается какая-то тревожность. То есть ему очень хочется, но он как-то не желает торопить свои мысли о вас. Потому что вот от вашего желания, от вашего решения будет все зависеть. И сейчас это его вот ключевые мысли вообще у него в голове. Он думает о вас чрезвычайно много. И я вижу, что как бы подошло какое-то время, потому что я вижу, что этот человек как-то вас узнавал буквально. Он вас узнавал. Хорошо, покажи характер этого мужчины вообще, что у него сейчас в жизни ключевое, какие события. Какие события ключевые? Ну,
Ну что ж, ключевые события. Я вижу, что какие-то деньги зарабатываются. Да, какой-то капитал собирается. Но мужчина вообще-то о деньгах думает, о каких-то вот своих, что-то заработал, что-то потратил, что-то, знаете, получается, что-то не очень. Но я вам однозначно скажу, что ему сильно не хватает поддержки этому человеку. Ему не хватает поддержки, ему не хватает любви, ему не хватает партнерских отношений, любовных отношений. То есть здесь я вам скажу, что даже если вы на сегодняшний день можете смотреть на этого мужчину, и да, действительно, выходят карты, которые говорят, что он женщинам нравится, но этого мало. Он должен что-то в женщине найти, то, что вот его заденет, то, что ему понравится. И вот я вижу, что вы именно та женщина, которая ему очень сильно понравилась. И понравилось не только своей внешностью, хоть я вижу, что здесь это есть ключевой момент, да, некая ваша внешность, она очень его привлекает. Но и некая ваша сила, она ему очень импонирует, она ему очень подходит. Вот вы как сильная женщина, вы как такая вот уверенная в себе женщина. Здесь, конечно, я вижу, что у человека вообще настрой очень классный. Более того, я вижу, что этот человек, он прямо... Он способен вот на верность и способен выстраивать очень правильно отношения. Там, где у него ключевая мужская позиция, да, он понимает свою роль. И здесь я вижу, что вот на сегодняшний день, сейчас, вот мысли о делах, мысли о деньгах, да, о каких-то вот приобретениях, о каких-то тратах. И о том, что вот ему вот в делах у него там все кипит, все варится, да, а вот, вот прямо какое-то разбитое состояние касаемо вот его быта, его вот сегодняшнего дня. Возможно, очень готовность есть прямо пустить женщину в свою жизнь вот в каждый свой день, не просто там на какие-то встречания, а прямо на более серьезные намерения у этого человека, очень хорошие. Ну давайте посмотрим некие такие качества характера, которые он еще не проявил, да? Покажи нам качества характера, которые он еще не проявил. Ой, девочки, я вам скажу, что да, этот человек сейчас... Но сказать маска не совсем. Больше, знаете, подойдет слово щит. То есть он прикрывается щитом. Он где-то за какой-то легкостью, да, может скрывать очень даже истинные желания, истинные намерения, вот такой спокойной, добротной жизни, да, вот готовности где-то вот вас, да, как женщину вывести в статус императрицы. То есть, если вы сейчас встречаете, мужчина действительно об этом думает. Думает о будущем с вами, о прекрасном будущем, да, о таком вот уже такой стабильности жизненной. И если даже он пока что этих тем не задевает, я вижу, что эти мысли, они у него в голове точно крутятся. И есть в вас то, что он, возможно, очень даже и искал, и очень даже готов оценить, как вас, как женщине, как спутнице своей жизни. Вообще-то, что касаемо его характера, я вижу, что это очень такой добродушный человек. И некий свой огонь, свой пыл, свой вот этот момент добытчика, да, вот эту энергию добытчика, он будет ее реализовывать, скажем так, во внешнем мире. А вот в отношениях это очень-очень такой человек, который... настроен на нежность, на любовь. И здесь очень даже большая перспектива у вас не просто быть любимой для этого мужчины, а стать его императрицей, да, стать его спутницей жизни. Хорошо, ну давайте посмотрим еще какие-то моменты. Вот эта ложечка дегтя, да? Вот эта ложечка дегтя. Вот вы знаете, вышел отшельник. А он умеет справляться со своим, вот знаете, таким моментом. Вот с каким-то, с вот этим дегтем, да, с вот этой ложкой дегтя. Он умеет с этим справляться, он умеет себя контролировать, он умеет контролировать свои какие-то пристрастия, свои какие-то, возможно, слабости, да. Потому что, вы знаете, все-таки отшельник это показывает момент человека, который держит контроль.
который умеет держать контроль. То есть здесь я не могу сказать, что он весь такой белый и пушистый этот человек. Этот мужчина может и выпить, знаете, в праздники, где-то и какую-то сигарету закурить, и где-то какие-то вот празднества, компании, ему ничего не чуждо. Но этот человек умеет держать контроль, то он знает свою меру, он знает, да, сколько он может, да, и сколько... Знаете, это не входит в какую-то вот бесконечный праздник вообще жизни. Это не входит. То есть праздник есть праздник, а дальше вот какая-то вот реальная жизнь. То есть этот человек держит под контролем какие-то свои страсти. Если он выпивает, это вот исключительно какая-то компания или какой-то праздник. И он не есть человеком, который вот себя прямо ограждает, знаете, от какой-то светской жизни. Но и тем не менее очень даже контролирует какие-то свои страсти. Ну хорошо. Какие-то свои, скажем так, желания. Что нужно знать об этом человеке вам? Вот что решил, вот так должно быть. И я вам что здесь хочу сказать. Этот человек как-то вот, вы знаете, не желает повторять предыдущих ошибок. И здесь, вы знаете, все-таки найти правильный путь. И дать будущему какую-то вариантность, какое-то определенное обновление. Вы можете быть уверены даже в этом человеке. Я понимаю, что это не приходит через мои слова. Это придет, вот эта уверенность в этом мужчине, она придет через его поступки. Но тем не менее, на сегодняшний день его показывает так, что он умеет вовремя остановиться. Да? Он умеет вовремя остановиться, он умеет разделять вот какие-то, скажем так, моменты дозволенного и недозволенного, правильного и неправильного, да, то есть здесь у него все очень даже хорошо, да, этот человек в себе упертый, целеустремленный, но только такие мужчины и добиваются вот успеха результата. Вообще-то в этом человеке есть немножечко такая хищность, есть вот эта жилка добытчика, да, и вот некий такой момент добиться своего, да, сейчас эта энергия тоже включена, чтобы добиться вас, чтобы добиться в ваших отношениях вот желаемого для себя. Он считает, что он будет с вами очень счастлив. И вот это некая такая зарубка, да, которую он поставил, и вот на меньшее не согласен, и вот на что-то иное тоже не согласен. Но он прекрасно как-то осознает, что вот вас нужно добиваться, что где-то здесь нужно очень даже и приложить усилия, и где-то какие-то перемены в своей жизни тоже совершить. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, что он сейчас о вас думает, этот мужчина. Что думает о вас? Так, мысли твои о ней. Что о ней думаешь сейчас? Ой. Это вообще, эта женщина, вот, знаете, все-таки здесь есть момент, что вас невозможно привязать. Вас невозможно как-то, вот как какие-то манипуляции, возможно, знаете. Сейчас между вами вы как бы на середине реки, и вот как оно будет дальше, вот не знаю. Вот он сейчас так размышляет о вас. Но вот то, что он в вас влюблен, вот это некое такое признание, что да, у меня чувство есть. И она супер классная. И вот я просто окунаюсь, я просто растворяюсь. Она мне капец нравится. Но вот здесь, да, этот момент есть. И вот эта шестерочка мечей показывает, что не время сейчас как-то останавливаться. Вот сейчас нужно действительно двигаться, вот сейчас действительно нужно проявляться и нужно максимально как-то вот эту женщину захватить, да, влюбить в себя, вообще показать свою искренность как-то, вот ухватить ее буквально. Потому что, ну вот есть риск, что вы можете ускользнуть. Да, это тревожно, то есть вы его так тревожите, это такой момент неспокойный. И вот ситуация между вами сейчас вот такой вот, знаете, воздушный мост, который от дуновения ветра начинает шатать. И вот хочется какой-то устойчивости в ваших отношениях, потому что вот сейчас вот действительно неопределенность. Вот как на середине реки, к какому берегу прибьет, да, что дальше будет. Здесь я хочу отметить, что человек как-то хочет закрепиться прямо в вашей жизни. И он очень даже желает как-то вот себя... чтобы и вы видели его рядом, да, и вы, чтобы его чувствовали рядом и видели его рядом, ну и чтобы и люди окружающие тоже это замечали. То есть как-то ему хочется
заявить, да, что у него к вам интерес. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Ну да, сейчас вот такая двойственная ситуация. Я вам хочу сказать, что этот человек, возможно, смотрит где-то ваши фотографии. Даже если вы не особо там ведете какие-то странички в соцсетях, очень вероятно, что у него есть ваши фото. И вы знаете, что вот хочется ему вот какую-то как грань преодолеть, да, и смотреть на вас настоящую, да еще не просто любоваться как-то вот издали, да, а прямо, чтобы вы ему в глаза смотрели. А, вы знаете, как-то вот нужно разрушить какую-то стену между вами, какую-то вот эту неопределенность, ее нужно убрать. Как это сделать? Вот сейчас человек размышляет, как это сделать. Вы его волнуете, вы его беспокоите, это точно. Вот прямо хочется вот вообще отбросить все, да, и вот ухватить вас, и вот оно счастье какое. Что думает о вас? Вообще-то желает, вот знаете, некого ускорения, потому что вот эта неопределенность между вами, она как-то вот затягивается. И вот пришел как бы время, да, на следующий этап, как бы на новый этап переходить. У кого-то это начало отношений, у кого-то это какой-то вот новый этап развития отношений. Но вижу вообще, что человек очень даже настроен на дальнейшее развитие любви, да, дальнейшее развитие отношений. Он выйдет на связь. Вот я вижу, выйдет на связь, и прямо это будет не просто какое-то сообщение, не просто какой-то звонок. Это прямо как вы входите вот как в новый ритм общения с этим человеком. И где-то на сегодняшний день, давайте посмотрим, да, вот вы как его видите, как вы видите эту ситуацию между вами и этого мужчину, как вы это все видите. Ну вот я сама буду решать, я еще посмотрю, да, что из этого получится. Но опять вот ведающая, опять вот эта ситуация, что как на острие ножа, да, и вы как бы сейчас очень хорошо чувствуете, понимаете, что сейчас что-то решается, и некий переход в новый этап, он очень близко. И что вы решите, возможно, вы сейчас вот в таких каких-то размышлениях, да, что бы я там решила, да, стоит ли ему говорить там какой-то положительный ответ ему давать или все же. Но я вижу, что вот некое с вашей стороны рассуждение, ну вот не зря, да, как вот судьба как-то связывает нас. Четверочка жезлов. Ну вот смотрите, я вижу, что вы размышляете, что вот не зря судьба связывает. И как-то вот рядом с ним даже очень интересно и очень хорошо. Но вы здесь определяете, да, развитие отношений. Мужчина вам предложит, это я вижу точно. А вы уже будете определять, как дальше, да, давать ли ему шанс или нет. Хоть, возможно, сейчас вы в каких-то размышлениях, насколько серьезна вся эта ситуация для мужчины. Для него это все очень даже серьезно. И я вижу, что у вас есть какой-то вот момент, да, что судьба вас как-то вот все-таки сталкивает, связывает ваши судьбы. Как дальше будет, да, вот какие-то его действия покажут, как будет дальше. Ну, вы знаете, для кого-то может пройти ситуация, что именно расстояние сильно затягивает время, да. Возможно, вот как-то сейчас есть какой-то момент, что вы как разными жизнями живете, да, вот как-то, возможно, кто-то вот, вот как время от времени друг друга видит, но так или иначе, живете разными жизнями. И здесь есть момент, что, возможно, вы хотите что-то об этом человеке больше узнать о нем, да? Вот как будто бы мало информации, вот в полной мере мало информации о нем. Хочется вот как человека лучше прочувствовать, лучше его понять. Но по сути я вижу, да, что вы как-то вот прекрасно понимаете, что этот человек хочет вам предложить. Вы прекрасно понимаете, что он видит вас для себя подходящей парой, что он имеет к вам чувства, и ваши перышки, да, очень ему нравятся, что вы как женщина очень ему нравитесь. И где-то вы размышляете, да, это человек для счастья, или это какой-то мой судьбоносный урок, очередной судьбоносный урок, или в общем, да. Жизнь все время из каких-то уроков, а хочется уже как-то расслабиться и поверить человеку. Но здесь я вижу, что вам как не хватает какой-то информации о нем. Хочется его больше раскрыть и больше понять. Ну хорошо, я вижу, что человек как-то вот настроен в ближайшее время ваше общение как-то участить, как-то почаще. Что он думает о вас сейчас, этот мужчина? Ну он боится вас потерять.
Боится потерять. Боится, что какие-то вот его заморочки, да, какое-то отвлечение на общий фон, на дела, это как-то вот мешает вашим отношениям. И я вижу, что здесь мужчина как-то тревожится, что он как-то опасается вас потерять. Все-таки ощущение ценности. Вы для него дороги, для этого мужчины. Он понимает, знаете, вот как... Он размышляет про себя сейчас, на что он готов ради вас. И приходит вот к определенному выводу, что очень на многое он готов ради вас. Он готов действительно что-то в своей жизни поменять, изменить. Потому что есть ощущение, да, как сразу нам шло, женщина опасная. Почему? Она жизнь меняет. Она не приходит просто, знаете, покружить в твоей жизни и где-то упорхнуть. Такая женщина приходит со своим торнадо, которое, возможно, где-то, знаете, ее задача разрушить в твоей жизни все, чтобы построить наново что-то необыкновенное, да. Но сейчас вот человек как бы задается себе вопросом, задает сам себе вопрос, на что я готов, да, на что я пойду и на что я готов. Готов ли я вот как-то вот эту опасную женщину прямо так близко пустить в свою жизнь? Ну хорошо, готов ли? Готов, девочки, по иерофанту, да. И это осознание, что это мудрое решение, что это самое правильное решение в его жизни. И здесь я вам скажу, что это какое-то осознание, оно вот прошло какую-то свою трансформацию, да. Потому что были какие-то нюансы, какие-то моменты. Где-то человек считал, что он просто вами увлекся, что вы просто вот обаятельная, очаровательная женщина. И все это минуемо, да, и что вот как-то он на что-то переключится. Вот он себя как-то вот проверял, да, насколько для него это серьезно, потому что этот мужчина, вот он осознает, что ваш приход это торнадо, это момент, когда все в жизни начнет очень интенсивно меняться. Но и вот вопрос, да, готов ли ты? Да, готов, да, я осознаю, что это мое мудрое решение, потому что иерофант. Да, я готов вот на большее с этой женщиной. Ну хорошо. Что думает о вас сейчас мужчина? Ну вот, да, по иерофанту, знаете, здесь десятка кубков. Я как бы с этой женщиной создам счастье. Вот такое у него ощущение. Вообще-то я вам скажу, это человек, который где-то привык очень логично все раскладывать на свои места. Но вот мысли о вас и чувства к вам, это такая вот, знаете, возможно, где-то на сегодняшний день немного неуправляемая для него ситуация. И где-то вот разложить все по полочкам не совсем получается. Потому что, да, вот здесь как вам нужно очень много вопросов задать, чтобы все вот на эти полочки разложить. Без ваших ответов, да, вот все как-то вот кувырком сейчас идет. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Нам четко проходит, что вот мужчина вот как-то осмыслял, да, ваше появление в его жизни и вообще некие перспективы на будущее. Давайте посмотрим, как он вас воспринимал изначально после знакомства. Первое впечатление этого мужчины о вас. Ой, девочки, такая шикарная. Очень эффектная, очень красивая, прям настоящая королева. И здесь, ну, честно, девочки, прямо четко, она мне пара, она мне нравится. Я здесь, конечно, отмечу, что вот как-то вы как-то ему сразу бросились в глаза. Ну вот, ваша внешность, это, конечно, нечто. И вот эти глаза, и ваша прическа, вот, ну, очень красивая девушка. Первое впечатление твое. Ну да, угроза, да, опять. Это женщина-угроза. И верховная жрица, конечно же. Очень притягательная, очень манящая вообще магнетизмом обладающая женщина. Безумно хороша, но вот здесь прямо опасная женщина. Потому что за красотой, вы знаете, вот этой бабочки кроется вот прямо сила. Вот, да, эту женщину нельзя недооценивать. Вот его первые впечатления, ее нельзя недооценивать. Очень много какой-то мудрости, разума, ума вот в глазах у этой женщины, да. Здесь человек далеко не пустой. И я вижу, что он первоначально вас увидел женщиной опасной, да, женщиной, которая вот приходит на трансформации, на перемены в жизни. Вот такая женщина, вот ее не забудешь. Вообще-то, ну вообще, о вас мнение просто шикарное.
Великолепно. Я вижу, что первоначально, даже какое-то время, мужчина как-то вот скрывал свое восхищение вами. Хоть сам украдкой очень даже вами любовался. Но есть момент, что он как-то вот скрывал свое, ну, свой восторг и то, что вы ему нравитесь очень сильно. Вот прямо карты так показали. Хорошо. Как ты сейчас ее воспринимаешь? Как ты ее сейчас видишь? Как ты ее сейчас воспринимаешь, эту женщину, эту девушку? Какая она сейчас у тебя? Итак, как ты ее сейчас видишь? Ну, вы знаете, это некий такой момент сейчас, вы знаете, очень важный. То есть сейчас он почему-то боится, что вот вы можете упорхнуть. Я вам сразу скажу, что здесь человек вот выйдет на связь, выйдет на какие-то активные действия вот прямо быстро. Потому что у него сейчас страх, что вот вы упорхнете, что что-то в вашей жизни изменится, что ваши какие-то мысли изменятся, что он вас упустит, что он вас потеряет. Да? Как и здесь был момент, что я могу ее упустить, я опасаюсь этого, да, потому что я нашел вот особенного человека для себя. И вот как нужно что-то менять, нужно трансформировать, нужно как-то вот переходить на новый этап, вот здесь оно четко прослеживается. Потому что вот страх вас упустить, да, что вот я сейчас упущу момент, я эту женщину уже не поймаю. То есть где-то я упущу какую-то возможность. Возможность на что, да? Вот прямо туз жезлов, девочки, как он вас сейчас воспринимает. Ой, девочки, возможность, упустить возможность на свое будущее счастье. Как он сейчас, вы знаете, он сейчас себя как будто бы корит, что он долго думал, что он как-то долго что-то взвешивал, что он как-то долго что-то размышлял и разбирался в своей жизни. Потому что вот здесь у него были какие-то сомнения, да, во что вот это выльется. Вот нравится она мне. Ну, возможно, вот это как-то сегодня солнце на нее красиво светило, да, вот она сегодня была такая вот красивая, и вот она меня просто вот будоражит. Может, это пройдет. Но я вижу, что как-то вот сейчас, вот я вижу, что вот какое-то время прошло, и человек понимает, что вот он здесь первоначально где-то ошибался, потому что ему как бы нужно было действовать изначально, вот сразу, более активно. Потому что сейчас почему-то вот есть угроза, что он может вас упустить и с вами упустить свое будущее счастье. Есть четкое осознание, что вы человек непростой, что вы такая женщина, знаете, ну вот необычайно, вот космически классная, космически привлекательная. Вы даже не представляете, как вы действуете на этого человека. Вот ваши линии, ваша внешность, она необычайно классная. Но вот есть момент, что вот приблизиться к этой женщине, да, а там миллион шипов, маленький, но который, да, вот как-то задевает за самое сердце, цепляет за самое сердце. Здесь, конечно, мужчина как бы для себя четко понимает, что вот с вами счастье, с вами реально можно выстроить очень классные отношения. И здесь я вижу, что как-то вот вы, возможно, немножечко, вот знаете, как, когда же вот он как-то начнет вот нужное предложение, да, как нужные какие-то слова. Но здесь как бы вы хотите его побольше узнать, получше узнать, побольше с ним пообщаться. Вот и как-то я вот с вашей стороны особо спешки не вижу. Но и как-то, вы знаете, когда же он как-то вот откроется мне настоящим, что ли? Что-то вы видите в этом человеке, да, как заблокирован он немного. Как вот этот щит, которым он закрывается от внешнего мира, он еще в силе, вот этот щит. Еще вот этого раскрытия его доброго, его нежного, его любящего, его почему-то еще нет. То есть очень много этот человек в себе еще таит. Еще он очень так вот как-то мало вам открылся. И я вижу, что вы хотите узнать его и самые лучшие качества. И где-то очень даже готовы какое-то вот как время в своей жизни этому человеку дать, для того, чтобы он смог себя как-то вот раскрыть, да, показать себя в лучших качествах. Ну и во всех качествах, да, то есть вам хотелось бы прощупать почву действительно. Но вот здесь я вижу, что от него будут очень активные действия, потому что вот появился какой-то страх, что он может вас упустить. От чего этот страх появился? От чего вот этот момент, что вы можете буквально, знаете, как прекрасная
прекрасная бабочка просто вспорхнёте, и все, и не достанешь, и не поймаешь, и не притянешь назад, да? Почему? Почему у тебя такие мысли какие-то тревожные? От чего? Ну вот знаете, как будто бы закроетесь. Он опасается, что вы закроетесь, перекроются какие-то возможности с вами вот вообще наладить отношения. Как пути разойдутся. Вот опасается, что разойдутся пути. Ой, да. Да, прямо. Ну, вы знаете, боится, что появится другой мужчина, более интересный. Мужчина, который сможет вам предложить больше, который вам как-то вот понравится больше. И здесь он как-то себя, вот знаете, корит, что он долгое время тянул. Что нужно было как-то поактивнее действовать еще раньше. Потому что вот сейчас прямо какой-то накал. Очень может быть, что кто-то в окружении начал говорить о том, что вы интересная, вы классная, вы интересуете. Очень может быть, что это какое-то вот ваше общее окружение. Или он вот так себе это представляет, что такой женщине, как вы, нужно предлагать какую-то конкретику, да, потому что эта женщина, она как-то вот особо долго ждать не будет, да, она рванет в свою новую счастливую жизнь, и здесь, да, останется тебе лишь плакать, да, за упущенным счастьем. Но здесь я вижу, что, возможно, вот этот мужчина, он немножечко ревнует, но эта ревность, она в пользу, потому что она, ну, немного его ускорит, да, она немножко его ускорит и на правильные действия. Страх потерять – это хорошо, это как-то проясняет ситуацию даже для самого мужчины, кто вы в его жизни. Ну, хорошо, а давайте посмотрим, говорит ли этот мужчина о вас. Говорит ли он о вас? Говорит ли о вас? Говорит ли он о вас? Вот прямо женщина, которая идет к своей мечте. Вы знаете, да, отзывается он о вас очень хорошо. Говорит, действительно. Очень может быть, что где-то по телефону с кем-то, да, с кем-то, возможно, из родных. Говорит о том, что вот ему нравится, нравится какая-то женщина, женщина, которой он хочет предложить больше, но которую у него какие-то вот действительно планы на будущее. То есть говорит ли он о вас? Да, говорит. И говорит он о вас, как о женщине, которая вот идет прямо к своей мечте. И, возможно, между вами еще не все так решено, да, как хотелось бы. Но я вижу, что здесь очень может быть какой-то телефонный звонок и с человеком очень дорогим для него, да. То есть он как-то вот делится. Хорошо. А что это за человек? Возможно, откроется. Возможно, откроется, да. Ну, разговор о паре, да, что он хочет с вами пары, что он хочет и как вот ему действовать. А что за человек? Ну, вот мужчина вышел. Мужчина, который, знаете, вот как-то находится, да, ну, вот мужчина, разговор мужчин. Но я вижу, что человек близкий. Поначалу мне как-то вот прошло, что, возможно, это брат. Вот прямо брат, с которым у него очень разница небольшая. И вот разговор какой-то, знаете, о хорошем, о каком-то, обо всем. И разговор и о личной жизни тоже заходит. Очень мне проходит, что, возможно, какая-то даже недавний был разговор у них. По телефону очень может быть, да. Как-то вот, возможно, этот брат интересуется. Как-то уже о вас разговор был, и он интересуется, а как там у тебя с ней, да? Какие-то движения есть, или ты там все еще в каких-то раздумьях сидишь? Но я вижу, что они как-то делятся очень многим. Это очень даже близкие люди. И разговор о взаимной любви и о действиях, да, как пошагово, что делать и как действовать. Хорошо. Что ему советуют насчет вас? Потому что вижу, что говорит о вас очень хорошо этот мужчина. О том, что, ну, вы супер классная, шикарная девушка, женщина, вы очень ему нравитесь. И вот как-то, как бы не спугнуть такую рыбку, но и в то же время нужно вовремя ухватить. Хорошо, а что тебе советует? Что советует тебе? Ну, советует, вы знаете, совет очень мудрый. Совет очень правильный. И совет говорит о том, что ты сам изменился. И ты должен осознавать, что эта девушка твою жизнь изменит.
что она твою жизнь изменит. Но тем не менее, как ты обретаешь некую необходимую энергию, необходимую гармонию. Здесь говорят о том, что тебе как бы и нужна такая женщина, тебе нужна любимая женщина. И здесь есть момент, как бы, знаете, говорят ему: я вижу, что ты готов к переменам. Я вижу, что эта женщина действительно для себя особенная. Она как молния в твоей жизни. И она действительно принесет в твою жизнь то, чего тебе так сильно не хватает. Вот эту взаимную любовь и гармонию. То есть здесь, конечно, разговор очень классный о вас и вообще о планах жизненных, о такой какой-то ерунде, да, повседневной. Ну и о вас он как-то вот задевает, да, говорит о вас очень-очень классно и отзывается о вас очень хорошо. И как-то вот открывается в своих планах на будущее с вами. Ну хорошо, давайте посмотрим перспективы вообще, да, чего ждать, действий, да, каких ждать действий от этого человека, какие ждать действий. Ой, королева воды. Ну, очень классных. Эти действия вас безгранично вообще порадуют, потому что это будет какое-то как доказательство для вас, что все серьезно, что вы действительно любимы, что вы действительно очень ему нравитесь. То есть это прямо, ну, доказательство какое-то вам буквально придет, да, что вот этот человек действительно с какими-то очень классными намерениями по отношению к вам. Но, вы знаете, я бы даже сказала, что вы не то что будете рады этим действиям, вы будете очень приятно удивлены этими действиями. И вообще, да, вот этому какому-то открытию этого человека в отношении к вам. Ну да, вот прямо активные действия, активный какой-то разговор и некие мысли, которые очень давно кружат у него в голове. Вот как-то он собирается с вами вот это все поговорить, обсудить, да, прийти к определенному балансу. Угу. И по императору. Ну что ж, девочки, я вижу, что мужчина прямо возьмется за ситуацию в ваших отношениях, ну, действительно конкретно. Все-таки от императора очень активные действия. Это действительно действия этого человека входят в некую стабильность и в некую, ну вот, постепенность. Вот как-то вот оно будет развиваться очень даже активно. И вы знаете, что я вижу, что человек прямо готов вкладываться. Он собирается ухаживать не просто за красивой девчонкой, он собирается ухаживать за женщиной, с которой у него планы на будущее, и очень серьезные. Здесь будет человек вкладываться буквально в ваши отношения. Да, я вижу, что, возможно, вам очень много чего нужно вот как-то обсудить с этим человеком. И вы для себя какие-то еще определенные точки не расставили. Но я вижу, что действия от этого человека очень будут классные. И как бы они дадут ответ на какие-то ваши вопросы, да, на какие-то ваши сомнения. И вот этот мужчина, вот его какая-то вот вообще ваше какое-то понимание этого человека, оно станет полным. То есть он себя проявит во всех ракурсах, во всех каких-то вот жизненных каких-то моментах, очень даже. Здесь мужчина вас окружит своим вниманием, и он как-то будет на подхвате. Очень даже в готовности вам как-то вот помогать, участвовать в вашей жизни, тем самым разгоняя каких-то кавалеров вокруг вас, которые есть сейчас. Потому что здесь действительно человек немного ревнив, и он как-то вот сейчас, особенно вот это чувство, оно обострилось, и он боится вас как-то упустить. И сейчас он будет вездесущий вокруг вас, да, то есть что-нибудь надо, вот как-то он на подхвате, да, он так и будет как-то, вот если что, обращаться, если что, вот я самый первый должен где-то быть у тебя в наборе телефона, я вот тебе как помогу во всем, да, если что. Но вообще-то как-то он собирается в вашей жизни присутствовать все время, да, как-то я вот пришел, и я хочу вот здесь буквально, знаете, занять свое место вот в вашей жизни. Хочет занять свое место в вашей жизни. Хорошо, ну давайте посмотрим, чего ждать в отношениях с этим мужчиной вообще. Чего ждать в отношениях? Чего ждать в отношениях? Так, ну вот смотрите, я вижу, что некая тишина, некая неопределенность в ваших отношениях, она останется позади. И вы знаете, как-то все станет вообще на свои места.
Я вижу, что этот человек буквально перекрывает дорогу каким-то вашим другим ухажерам, да, каким-то мужчинам, которым вы нравитесь, которые там где-то высказываются, что вы красивая, что вы привлекательная. Вот как-то он им все-таки перекрывает дорогу. Даже я очень подозреваю, что здесь могут быть какие-то и разговоры с этими вашими ухажерами, да, где-то так, чтобы вы не знали, но там как прямо нужно отстоять свой интерес, как бы ни шагу назад. И в некой борьбе за ваше сердце этот мужчина собрался стать победителем. Но посмотрим, да, что будет дальше. Потому что дорогая, да, потому что рядом с ней отдыхает душа, потому что вот нужна. Хорошо, давайте посмотрим еще перспективы некие, развития. Перспективы развития. Вот вы знаете, по справедливости вы этому человеку нужны больше, чем он вам. Вот честно. Потому что я вижу, что некие его сердечные раны, они как-то вот исцеляются рядом с вами. И он, вот он считает, что он как-то, знаете, вот пришло его время любить по-настоящему, что пришло его время открываться. Хоть, возможно, очень какое-то длительное время этот человек отвергал настоящие чувства в желании защитить свое сердце. Здесь, конечно, карты показывают, что вы ему нужны даже больше, чем он вам. Есть что-то в вас, да, вот какая-то вот... Вы понимаете, что это некий такой момент, что он чувствует к вам. Вы вызываете в нем очень классные чувства, очень нежные чувства. И здесь как бы сказать, что вы к этому приложили какие-то усилия, да? Вот вы такая есть. Вот вы такая есть, вы ему нужны. Вот по справедливости очень нужны. Каких ждать перспектив? Ну, вы знаете, что вообще шикарных перспектив с этим человеком можно ждать. У вас очень может сложиться очень классные отношения. Я вам даже больше скажу. Когда вы смотрите вот на Таро какие-то расклады, вы о нем думаете, даже смотрите какие-то фотографии, думаете об этом человеке, он вас четко чувствует. И вот эта связь между вами, она укрепится. Как вы его будете чувствовать, так и он вас. И я вам скажу, что вот у вас перспектива с этим человеком великолепная. Действительно окунуться в страсть, в любовь, в чувства. Действительно иметь некую перспективу на развитие этих отношений и очень классную перспективу. Здесь есть момент, как вы нужны друг другу, но некое вот это, знаете, вы ему нужны больше все же. Ну, давайте посмотрим. Совет для вас, да? Совет для вас. Совет для вас вообще касаемо вот этого человека и этих отношений. Совет для вас. Не бойтесь что-то разрушать. Не бойтесь. Потому что вы действительно с этим человеком выстроите новый мост и новые отношения, да. Ну, я вижу, что здесь, знаете, с каким-то советом не особо, да, и не особо вам и нужен вот этот совет, потому что вы очень даже знаете, как вам поступать, и очень даже знаете, как вот этого человека к себе притянуть. Было бы вот ваше желание, ваше намерение и ваше сердечное расположение к этому человеку. Здесь, конечно, я вижу совет карт. Не бойся что-то, вот знаете, какие-то перемены в его жизнь внести. Вообще не бойся перемен. Не бойся перемен, потому что я вижу, что жизнь твою вот прямо шаг за шагом идет очень такое страстное, красивое чувство. То и где-то вот, знаете, некий момент вашего раскрытия, выход из каких-то ограничений, да, он очень близок. Он очень близок, когда действительно восхищение, любовь мужчины и прикосновение правильного человека к вам, оно очень близко. Момент как вашего буквально расцвета. Здесь я, конечно, вижу, что вопрос выбора этого человека, выберете его или нет, он еще стоит очень остро. И ваше решение очень даже еще в силе измениться. Но давайте посмотрим, если все же не он, да? Что ждет по личной жизни, если все же не он? Если все же ждет перерождение, ждет все равно перемена, да? И вот показывает, перемен не бойся. Не бойся перемен, не бойся какой-то, вот знаете, каких-то непредсказуемых ситуаций, потому что в конечном итоге все выйдет в некое твое личное счастье. Хорошо, если все-таки не он. Ну, ты получишь свою награду заслуженную по личной жизни. По личной жизни жди награды.
Да, будешь перед выбором, будешь перед выбором. И будет некий тот мужчина, который буквально украдет твое сердце. И действительно сделает тебя счастливой женщиной. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека рядом. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч!